Неплохо торпедовцы сейчас проводят эту позиционную атаку. Передача опять на защитника. Хорошая пауза. Ильин от синей линии пошел в движение. И бросок. Великолепен Шикин. Но и не проигрывает в то же время борьбу и сочинцы. Росен на Оделла. Передача на пятак. И вот это да. Опять какой был шанс. Неплохое оно было. Но не попадает там нападающий в створ. Это был Роберт Росен. Пытался развернуться в углу площадки. Почти от одного ушел. На подстраховке все неплохо. Масалев. Диагонали. Тихомиров. Супер сейв. Продолжается атака. Шайба там вдоль ленточки фактически. Но надо тоже ему войти в этот ритм. Хотя я думаю, что вот уже хватило этих 16 минут Коллинзу, чтобы вновь аккуратно почувствовать всю опасность. И гол! Как разыграно, все шикарно! Сейчас, конечно, Коллинзу никаких вопросов, а вопросы, наверное, есть к обороне. Как легко все разыграли торпедовцы перед воротами соперника. 1-0 торпеда! И к Шикину, конечно, тоже вопросов нету. Шайба перед воротами Тихомирова, но последнего подставления не было. Полунин через защитников. Опасно! Не удается шайбу выбросить. Бросок! И выход один на один. Может получиться Галузин! Не дадут ему бросить. Нет, все-таки бросил Галузин с трудом. И неплохой пас налево. По левому борту атака Сочи. Тут Полунин в одиночку один в один. Обыгрывает и бросает. Но Шочин уже сблизился. Показанный двухминутным удалением. Ну и вы видите, тут так активно пошла игра. И ошибаются сейчас, как перед своими воротами торпедовцы. По-моему, Хольм там сплоховал. Еще момент. Как прощают сейчас сочинцы соперника. Ой-ой-ой. И вот сейчас момент. Спасает свою команду Тихомиров. Эрик Одел прибавляет сочинцы. И опять момент. И как же сейчас шайба не оказалась в сетке. Все-таки гол. Сочи сравнивает счет 1-1. Добили, дожали. Все-таки сочинцы соперников. 1-1. Тут уже бессилен был что-либо сделать Тихомиров. Но сколько можно спасать, но сколько можно сочинцам не попадать из убойных позиций в створ. 1-1. Пошла последняя минута периода. И штанга, и гол! Сочинцы забивают. Вот это да, 2-1. Реализуют сочинцы большинство в концовке второго периода. Но что такое минус один для торпеда? Они и 2, и 3 шайбы отыгрывали по ходу этого чемпионата. Да, удаление Сергеенко обошлось дорого. Давайте смотрим. И гол! Ха! Как так с нулевого угла? Шайба от щитка Шикина влетает в ворота. Не прижал он мощный щиток ближней штанги. И вот такой, ну, курьезный, некурьезный на совести вратаря гол. И торпедовцев это может воодушевить, безусловно. Выигранное вбрасывание, вот вроде бы все. И здорово по центру. Макаренко дальше. Жафяров. Но это уже не точно. Макаренко уже спиной был к этой передаче. Хотя шайбу нижегородцы сохранили. Штанга! Вот это да! Нет, это Шенфельд полез на ворота. И штангу попал. И заиграли сейчас в атаке контрвыпад сочинцев. И, по-моему, перекладина. Пытается тут Рахимулин развернуться и уйти от Сергеенко. И опять штанга! Вот это да! Так, и, по-моему, удаление тут будет. Атака игрока, не владеющего шайбой. И вот в таком формате к заброшенным шайбам. Силовой прием. Росен убегает к воротам. Роберт Росен и не переигрывает Тихомирова. Так, и там у нас что? Удаление.
И будут сейчас уже сочинцы играть в большинстве. Вот еще один бросок, добивание, но тут бессилен был Тихомиров, дожали. Дожали вчетвером сочинцы. С третьей попытки уже, по сути, в пустые ворота команда Сергея Зубова забивает эту решающую шайбу. И ХК Сочи выигрывает. Выигрывает со счетом 3-2 в овертайме. И 2 очка сочинцы набирает. Вот видите, с двумя бросками справляется Тихомиров. Но и тут уже, конечно, он был бессилен.